Так, смотрите. Я думаю, что у каждого вот эта вот крышечка, да, она погнута, как, не знаю, хреновый забор. Вот. Так показываю такой, не сказать, что лайфхак, но, блин, не сказать, что додумался я думаю, что это догадался, ну, должен догадаться каждый. Вот, во-первых, смотрите, чтобы долго подшипник ходил, если с той стороны все нормально, там сальник, все, я мажу герметом, вот так, пробочку, чуть-чуть, краешек, вот. Потом ставлю ее. Вот так. Вот. И подобрал вот такую вот большую головку. Где она? Вот. На 46. Вот. Ровно, идеально подходит. Она ложится ровненько. Вот эти вот такие проточку вот сюда. Юбочка. Вот. Выставляемся. Берем побольше молоточек. Вот, и вот так подправили, вот, немножко, и делаем один удар. Потом вот так добиваем чуть-чуть. Смотрите, какая красота получается. Видите? Вот, чуть-чуть там герметика вылезла, совсем немножечко. Вот. Вот, и она ровная. Все, вода у вас туда не попадет. И все будет классно. Все, так что пользуйтесь. Не гните их. Потому что согнули, все, вода попадет. Уже. Да, вам кажется, что она погнута здесь, но она-то деформируется и там. Юбка сама. Ну все, вода попадает. Так что вот так вот. Всем пока.